Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Дина. Сегодня продолжаю серию своих обзорчиков. Вот, сегодня будем смотреть вот эти две полочки. Я сегодня поливала как раз растения. Вот, хочу вам показать, купила такие прищепочки. Смешные в Леонардо. Вот. Понасадила, где только возможно. Вот такие смешные штучки. Ну, речь не о смешных штучках. Значит, давайте рассматривать. Стоит у меня здесь наверху хлорофитом бони. Стоит себе, есть, не просит. Вот. Света ему насколько хватает, настолько хватает. В общем-то, помрет, ну так помрет. Давайте буду потихонечку освобождать место и показывать вам. Значит, хоя, подскажите мне, лакумоза эскимо или супер эскимо, я так поняла, что от количества заливки зависит, то есть у меня есть некоторые такие листочки, а есть вот прям вот серебро серебристое, вот, сняла с нее череночки. Этому растению, оно мне приходило срезом, но уже такие с корешками воздушными, хорошими. 3 месяца. У меня где-то есть видео о распаковке. Кстати, я сняла видео, как они выглядели, хоечки, через 3 месяца после покупки. Кому интересно, на Яндекс.Цене всегда есть ссылочки. Это я обновляла фиалочка кинг-треже, очень красиво цветет, одна из моих любимец, обновляла в этом году. Так, не знаю, куда мне ее. Так, нашла, куда убрать. Хочу вам показать вот эту красоту. Это хоя лакумоза, и она у меня сбросила корни. Видите, она пытается процвести, пытаюсь достать его. В общем, пытается она процвести уже второй раз или даже третий. Корни сбросила, я ее пересадила в маленький стаканчик, чтобы проверять корешки. Не знаю, вот держу вот так вот в аквариуме. Надо, в принципе, наверное, отделить себе. Хотя я отсадила там череночки. Отсадить именно на дублик. Вот с ней у меня проблема. Она мне постоянно сбрасывает корни. Так, дальше хоечка. Хоечка красивая. Карноза триколор. Был у меня здесь красивый череночек такой розовый. Я его срезала на продажу. Вот осталось всего ничего. Ну, а цвет она, кстати, такая более бледно-зеленая становится. В общем-то, вот такая. Здесь у меня много череночков. Я, кстати, в полке задохликов покупала эту красоту залитую. Пеперомию я в этом году обновляла. Пеперомия Санторини. Есть у меня излишек по Калининграду, ну или на весну. Одна или две штучки будет на излишек. Такие. Они уже все укоренились, все уже стоят адаптированы. Вот. Пошли в рост. Вот такие красотульки. Здесь же стоит хоя Австралис. Просто не Лиза, а обычная зеленая. Ой, мой аквариум полетел. У нее классные такие мохнатенькие. Неудобно мне. У нее такие классные мохнатые с обратной стороны. Хотя, ну вот как бы, вот, наверное, должно видно быть. Такие замшевые листочки. Были у меня здесь ростик, отвалились сразу большие листики. И эту вот веточку она мне нарастила. Видите, здесь еще один рост идет. Она красиво цветет. Если кто видел, сегодня я их всех поливала. Дисхидия, миллион сердец. Сама у меня тоже сбрасывала корни. Я ее в этом году переукореняла. Она у меня начала
пушиться такая. Начала нормальные листочки были, ну, становиться, видите, такие как пузыри. А тоже были совсем дохлые. Были прям как тряпочка. Ну, как залитые. Так. Вот еще у меня King Treasure, фиалочка, это пасынок укоренился. Вот такая Хоя линеарис, которую был у меня срезан, я показывала как-то на канале. Был срезан, я его расчеренковала. Ну вот, два, так, у меня, наверное, три или четыре было, череночка получилась узла. И укоренились только два даже. Вот, видите, пошел в рост. Ну, говорят, что она капризная, вредная. Посмотрим. Стоят тут же у меня орхидеи. Орхидея мини-марк. Отцвела у меня. В этом году покупала ей тоже, наверное, с полгода. Вот у меня остался один бутончик. Вот. Не знаю, процветет она или нет, но цвела. Удивительно. В этом году малюпуську получила, и она еще прицвела. Корни растит. Еще я с ними же получала Сого Вивьен. А цветок был бабочка. Тоже она у меня отцвела. Была, по-моему, 2 цветоноса. Но она их два все отсушила, не стала их подливать. Полно корней. Прекрасно себя чувствует. Но ее можно любить даже за листву. Хотя, когда она цветет, это, конечно, очень приятно. Так, давайте спускаться дальше. Дальше у меня здесь стоит фиалочка мини. Это обычная из магазина. Вот я, видите, поливала сегодня. И вот эти вот, свет будет попадать, и они, листики сгорят. Поэтому я сейчас ее на подоконник уберу, чтобы она у меня не сгорела. Эта фиалка всегда, вот она всегда цветет шапочкой. Легко зацветает. Поэтому я ее держу. Дальше. Еще одна хоечка. Вот называется. В этом году покупала. 1 сентября у меня была распаковка. Я показывала, она у меня была с бутонами, с цветоносом. И я показывала, что бутоны все облетели. Цветонос был прям такой желтый-желтый. Я говорю, наверное, цветонос тоже умрет. Ну нет, видите, он пришел в себя и даже набирает новые бутоны. Эта хоечка цветет очень красиво. Такая тонколистная. У меня здесь еще вот одна тонколистная. Лобби тоже, видите, на бутонах. Так что надеюсь, что они вместе зацветут. Так. Дальше. Тоже 3 или 4 месяца в этом году покупала, получала почтой от Кати Миртус растения. Вот пересаживала 23 августа. Они уже были такие крупненькие. Мелациум. Семейство мертвые, необычные растения. Вот этот мне очень нравится. Из-за него, в принципе, я все и начинала. Так. Тут же у меня еще из необычных растений. Я, кстати, уже макушечки поприщипывала. Это у нас мир Баэтика. Тоже 23-го я их пересаживала. Ну, вот тут много череночков. Его надо как-то правильно формировать. Честно, не знаю. Я ему только макушку срезала. Вот видите, макушку срезала, и он стал боковые распускать веточки. Фиалка. Фиалка Антошка, мини-фиалка. Уже отцвела. Немножечко она у меня подпортилась. Я ее залила. И макушка прям, серединка прям подпортилась конкретно так. Дальше еще одна моя хоечка. Хоя крокодиловая такая. В этом году покупала тоже уместно. Это калистрофила. Калистрофила. Угу. Вот такой лист был. И, по-моему, вот этот вот кусочек, вот веточка была. Вот такой ус она мне выдала. И разрослась. Ну, красивые такие крокодилы, да? Я думаю, что она должна быть гораздо больше размером. Очень мне нравится. Необычная. Необычный ус такой расти. Сначала ус, потом начинают на нем обрастать листочками. Я его вот стараюсь не трогать, но не получается не трогать.
Так, еще одна фиалка тоже из самых обычных, из магазинных. Она легко зацветает, очень такая не капризная. Можно залить, можно перелить, ничего с ней не будет. Дальше давайте. Дальше еще из одних моих экзотов. Видите, я сегодня поливала, она сама себе на фитиль поставила, поэтому я прям туда наливаю. Мерци Евгения. Мерци Евгения. Тоже макушкой прищипнула. Начала пускать боковушки. Ну и тут к ней кисличка попала. Даже зацвела. Я ее не выдергиваю. Пускай растет. Хоя. Хоя мини-бель. Так, тоже у меня полита. Сейчас я солью вот эту лишнюю водичку. Мини-бель. Выпускает у меня. Уже два черенка с нее срезала чисто зеленых. Выпускает зеленый, я не знаю, что делать. Вот она мне, в принципе, вот в таком виде, как я ее получала, так осталась, потому что вот здесь вот она выпустила ус, я его срезала. Вот здесь она пробудила почку, тоже выпустила все зеленое, я ее срезала, выбросила. Ус тут укоренилый, но я думаю, что или продам его, или не знаю, зачем мне столько хой. Я хочу именно сплэшную. Вот, сейчас дотронулась до эвкалиптов, и прям такой аромат, ароматный. От эвкалиптов. Эвкалипты у меня два штучки себе оставлю. Два выставила на продажу. Ну, еще не выставила, выставлю на продажу. Вот, сеянцы. Я сеяла семена 15 апреля, а 23-го уже, видите, пересадку делаю. Ну, такие крупненькие. Макушки тоже им срезала. У меня их там 4 штуки. Очень вкусно пахнут. Вот листики потрогаешь, прям вообще. Вот, да даже просто рядышком находишься. Очень вкусненько пахнет. Так, ну вот такой небольшой обзор у меня еще моих цветочных полочек я вам показала. Надеюсь, что в следующий раз, как у меня будет настроение, так я запишу остальные вот эти две и покажу еще один у меня стеллажик. Наконец-то мне там поставили лампочки, и там уже не ядреный свет, а нормальный, красивый, приятный глазу. Вот, и мы будем с вами разглядывать дальше. Переходите по ссылкам, который в инфобоксе, там Яндекс.Дзен, на котором выходит намного больше, чаще информативнее видео, потому что на YouTube я в основном обзорчики выставляю, а там тоже обзорчики, вот недавно показывала хоечки, хоечки, как они изменились, вот, ну, вот такие дела. Всем до новых встреч, всем пока-пока.